зрители, дорогие дети, дорогие родители, мы представляем вам небольшой спектакль, который мы подготовили за эти 4 с небольшим дня. Да? Ну вот сегодня 5-й день. Лагерь — это такой вот для нас челлендж, вызов, когда мы должны собраться и сделать представление очень-очень быстро, ну и чтобы эффектные какие-то вещи тоже были. Мы старались. Мы приготовили для вас спектакль по сказке Кеннета Грэма, которая называется в русском переводе «Несговорчивый дракон» или в другом варианте «Дракон лжебока». По-английски называется «The Reluctant Dragon». И по этой сказке снят довольно известный мультфильм студии Уолта Диснея в 1941 году. И те картинки, персонажи, которые вы видите, это из мультфильма. Кеннет Грэм. Холмом жил пастух с доброй женой и умным сыночком, который любил читать книжки. Но однажды этим вечером Пещера там наверху. Там пещера. Она мне никогда. Вы знаете, там пещера наверху. Мне она никогда не нравилась. И нам не нравилась. А с недавних пор из нее стали раздаваться. И оттуда навались какие-то звуки. А сегодня я потихоньку подкрался к пещере и увидел его. Кого? Да, интересно. Да его огромное чудовище в чешуе. Кто же это может быть? Кого? Огромное чудовище в чешуе. Успокойся, пап. Это всего лишь дракон. Всего лишь дракон? Что ты знаешь о драконах? Ну, это правда драконы, и я все знаю о них. Послушай, пап, каждому свое. Овцы и погода и всякое такое, это по твоей части. Драконы по моей. Успокойся. Я туда завтра загляну, поболтаю с ним. Вот увидишь, все будет хорошо. Правильно говорит сынок. Драконы по его части. Как подумаешь, аж сердце кровью обливается. Животное сидит там, одно-одиношенько, без горячего ужина. И не с кем ему даже поговорить. Сходится наш сынок поговорить с ним. Сынку нашему каждую душу выложит. Собираюсь я тебя кидаться. И я просто зашла.
всякое такое. Если ты хочешь, я могу уйти. Я не имею привычки навязываться. Что ты, что ты? Я люблю компанию. Садись. Порой мне бывает одиноко, потому что бедный компания. Давно ли ты с поля брани? Поля брани? Я имею в виду поле битвы. Ой, каких с тобой? Какие битвы? Ясно, ясно, некогда тебе. Завод полный, деревню спалить, девиц похитить. Похитить? Спалить? Бог с тобой, что ты? А, ясно. Может, ты просто любишь бездельничать? Ну, как сказать тебе, я увлекаюсь поэзией. Поэзией? Да, хочешь послушать? Не знаю. Тебе точно понравится. Мне точно, точно понравится. Autumn is yellow, winter is white, spring is green, summer is bright. Споем? Не-не-не, нравится тебе? Тебе нравится? Да, только ты по опасности. Какой опасности? Мой отец поднял тревогу, и сюда придет куча вооруженного народа. Какие глупости, мальчик. Споем? Ушел домой. Я уверен, ты все наладишь.
Это я! Сэр Джайлз? Да, заходи, малец. Не надо мяться. Я хочу рассказать вам о драконе. А, понятно. Еще одна история, полная горя и злоключений. Да нет. Не будешь зажигать ваше стадо? Нет. А, он, наверное, отобрал твоих родителей. Они будут отомщены. Нет, вы не понимаете. Он что, похитил прекрасную даму? Ему это просто так не пройдет. Он нет. Будет бит мной. Нет, вы не понимаете. Он не будет бит. Он не будет сражаться. Что? Он, небось, негодяй и мерзавец? Не так ли? Нет, он старый и симпатичный дракон, который занимается поэзией. Поэзией? Ого, так я тоже пишу стихи. Как и вы? Хочешь послушать? Нет. А послушай. In the summer it is hot, in the winter it is not. In the spring is there are flowers, in the autumn in the showers. Прекрасно. Ну, пойдем. А вы объясните ему про сражение? Конечно. Прекрасный дам получает цветы. Кто, да? Я? Ну, конечно же, ты.
Джайлз. И меч сэр Джайлз сжимает в руках. Опять? Меч? Так можно пораниться. Нет уж. Стой. Иди шепну кое-что на ушко. Стой, иди шепну кое-что. А если мы змей поступим вот так? А это будет честно? Это будет честно? В книге мы найдем ответ. Никаких? Никаких запрещений тут нет. Ну, так нет. Как я рад, что решимость у вас велика. Это страшная битва, но будет легка. Ну все, пока. Ну все, пока. 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 Зачем я в это ввязался? На следующий день? На следующий день состоялось бой. Все собрались смотреть. Все собрались на бой сэра Джайлза и дракона. Проходите, не толкайтесь. Занимайте. Занимайте удобные места. Согласно купленным билетам. Делайте ставки, рыцарь или дракон, дракон или рыцарь. Ярослава.
папа мальчика Дмитрия. В ролях птичек, овечек, жителей города. Самая сложная роль — это коллективная, на самом деле, друзья мои. Вика, Настя, Юля, Настя и Егор. Браво, с премьером!